Я депутат, являюсь мажоритарщиком Днепропетровской области, и ко мне поступают постоянные звонки, пока идут переходные положения, в том числе по новой, руководство принимает на себя обязанности защищать правопорядок граждан, происходит дестабилизация, и многие лица приходят, угрожают в облсоветы, райсоветы, депутатам всех уровней. Я хотел бы, чтобы вы знали, какие у нас происходят случаи. Также хотел бы представить слово Днепропетровскому председателю областного совета Удоду Евгению Григорьевичу. Спасибо большое. Да, большое спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я хотел сказать два слова о том, о чем начал Дмитрий Юрьевич. Речь идет о том, что в области идет нормальный процесс, нормальный переходной процесс. Идет стабилизация ситуации. Но отдельные политические силы, отдельные люди пытаются внести дисбаланс в эту ситуацию. Вчера состоялся президиум областного совета, на который пришли около 150 человек. Они заняли периметр так, чтобы члены президии не могли перемещаться, значит, и мешали работу. В течение 3 часов шло давление и физическое, и моральное. Давили на меня, давили на депутатов областного совета, давили на членов президии, давили на работников областного совета. И через 3 часа этих давлений я был вынужден подписать заявление об отставке, чтобы не допустить расправы над людьми, не допустить разрушения здания. Я, Удуд Евгений Григорьевич, официально заявляю, что мое заявление отозвано. Я оставляю за собой право руководить Днепропетровским областным советом и не снимаю с себя полномочий. Могу сказать, что все материалы по этому случаю мной переданы в правоохранительные органы и разосланы в посольства стран мира, в том числе стран Евросоюза, Америки и России.